Приветствую, друзья! В этом видео я расскажу вам, что получилось из переделки парусного ветряка. Видео, о котором и причины, по которым он не получился, были в одном из видео. Будет в описании. И пришлось переделать лопастной. Как видите, 5 лопастей. Размах около 3 метров 80 сантиметров, то есть почти 4 метра. Это зависело от того, что вал электроасинхронного двигателя, который здесь стоит на 4 киловатта, он диаметром 38 миллиметров. И где-то я нашел информацию, что лопасть должна быть в 100 раз, размах лопастей в 100 раз больше. То есть как раз получилось 3800. Так, значит, вкратце покажу мачту. Мачта из БУ труб. 89-я, что ли, труба сварена. Тут прям на месте вот такая опора, забетонированы штыри, то есть она поднимается краном и становится вертикально, прикручивается гайкой. Значит, есть в каждой трубе растяжка, трос металлический, где-то, может, на 12, на 15, уже не помню. Длина это мачта метров 9, сама мачта из труб, плюс вращающая часть. Вот такая штука, там внутри еще труба меньшего диаметра, снаружи большего диаметра, опирается внизу такой подшипник типа самодельное скольжение. Смажем потом еще раз. А внутри опорный такой подшипник, опирается на него, легко в принципе вращается по направлению ветра. Так вот, тут соорудил небольшую корзину типа для того, чтобы обслуживать можно было наверху. Пока еще не пользовался, не знаю, как удобно, неудобно будет. Так, это у нас хвост направляющий, флюгер типа в форме российского флага. И наш синхронный электродвигатель на 4 киловатта. Малооборотистый, по-моему, 720 оборотов в минуту. Специально искал. Тоже барал бэушный. Так, значит, в нем наклеены на ротор магниты. Магниты. Об этом тоже было видео. Я снимал. Ссылочку дам в описании. Кто не посмотрел, обязательно посмотрите. Так. И, в принципе, вот практически готовность, наверное, около 90%. То есть что тут осталось из механического, наверное, желательно сделать защиту от сильного ветра. Вот пока не решил какую. То есть это можно делать механически, это залезать перед угрозой
бури, урагана на вышку и на 90 градусов, в принципе, вот есть система. Можно поворачивать и закреплять с помощью вот этой пластины. Можно поворачивать тут флюгер. Но хотелось бы, конечно, чтобы это все было автоматически. Потому что можно или не успеть, или не угадаешь, когда этот будет сильный ветер. То есть где-то видел вариант, что еще один, чуть, может, раза два поменьше размером ставится флюгер. И при сильном ветре он отклоняет. Хотя я мало себе представляю, как это будет работать. То есть, вот, если кто-то сталкивался с этим, напишите в комментариях, как это можно лучше сделать. Так, и, ну, конечно, желательно, но не обязательно, еще, если бы была лебедка, чтобы устанавливать, не вызывая кран. Лебедка или какую-то гидравлику даже надо делать. Потому что такую конструкцию поднять довольно проблематично без крана. Вот это вторая, как бы, недоделка, которую надо продумать. Но на крайний случай, конечно, можно и краном поднимать, опускать, если будет необходимость ремонта или еще что-то. В принципе, это вопрос финансов. И третье, это уже по электронике для заряда аккумуляторов. Необходим контроллер. Контроллер. Скорее всего, понижающий. Так как аккумулятор у меня пока на 12 вольт. Нужен будет контроллер. Если кто знает, какой лучший контроллер применить и где его приобрести, пожалуйста, напишите в комментариях. Также для завершения проекта очень нужна ваша финансовая поддержка, так как мои ресурсы иссякли. Буду признателен за любую оказанную помощь. В свою очередь могу предложить чертежи парусного ветряка, который приобрел в свое время у Гравио, из которого переделал ветряк лопастной. Кому понравилось видео, не забываем ставить лайки и подписываться на наш канал. Всем мирного и чистого неба над головой. Пусть зеленая энергия войдет в каждый наш дом. Всего доброго, друзья!